Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики и гости канала. Вы на канале Мари Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу вам показать. Вот купила акварельку в тюбиках. Очень мне нравится, как акварелькой рисуют. И вот мне тоже захотелось. Такая вот у меня в кюветочках есть, а очень интересно было на такую посмотреть. Наборчик от Пибео. Вот масляная краска у меня есть, а она довольно-таки неплохая. А вот акварельку захотелось. Вот у нее расписанная вся такая, цвета нарисованы. Тюбики довольно-таки яркие. 18 цветов в наборе по 12 мл. Тюбики небольшие, но, знаете, расход у нее очень маленький, поэтому я думаю, как бы такого набора должно хватить надолго. Вот. Купила также палитру пластиковую, набор кисточек от Брауберг. 5 кисточек в наборе, от единички до пятерочки. Вот. С острым кончиком. Такие довольно-таки приятно лежат в руке кисточки. Палитрочка вот такая вот. Меня привлекла то, что много вот этих вот ячеечек есть. Довольно-таки плотненькая, кстати. И ну, не особо она дешевая была. Были и подешевле, конечно. Но это слегка подороже. Но у нее и размерчик такой, как бы, ну, не сильно мелкая. И вот непосредственно сами красочки сейчас вот при вас распечатаю. В пленочке они запакованы. Очень-очень такие яркие. Ну, сделаем выкраску, посмотрим. Вот он в такой пластиковой. Это и на картонной такой коробочке. Но я оставлю в коробочке, потому что так она пожестче стоит. Просто в пластиковой очень уж. Видите, такие прям яркие-яркие цвета. Так вот поставлю, чтобы видно было, какие будем брать. Я заранее расчертила в такую сеточку, подписала название красочки. Вот лимонная, будем наносить в каждый квадратик свой цвет. Плюс в размывке. Посмотрим, как и на кисточку взяла я небольшую. Вот первая лимонная. Кадмий лимонный. Запечатанные, видите, металлической колпачком прокалываются они. Вот очень сильно они изначально выдавливаются. Очень много краски. Вот нанесем мазочек. И размоем его водичкой. Довольно-таки приятная красочка. Я не акварелист, конечно, но понравилась. И интересная такая. Попробуем писать тоже какие-нибудь работы акварелькой. Следующая что-то типа кадмий желтый средний. Попробую ножничками аккуратно проколоть. Ну, все равно первый раз довольно-таки сильно выдавливается красочка. Думаю, потом в процессе пользования как бы уже тюбики поменьше будут, не такие полные и попроще будут с этим. Ну, а так пачкается, конечно, поначалу очень сильно. Ну, вот тоже такой тепленький, желтенький, очень даже симпатичный цвет. Следующая оранжевый. Тоже вот много прям выдавливается при первом открытии. И вот в размывочке. Довольно-таки приятный оттенок. То есть тюбики
цвета тюбиков не соответствуют как бы то, что внутри. И это хорошо, потому что такие ядовитые, в принципе, я и не хотела. Вот. Такой красный. Это как кадмий красный светлый. Следующий розовенький оттеночек. Ложатся довольно-таки приятно, не густые. Консистенция у них такая вот довольно-таки приятная, жиденькая. Вот он в размывочке. Так, приятный цвет, оттенок для каких-нибудь розовых цветочков. Вот выдавила тоже, видите, как открылась, и она прям очень много. Это ализарин оттенок. Такой розово-красненький такой, что ли, спокойный. Тоже довольно-таки красивый, цветочки какие-то. Фиолетовая. В чистом виде такая довольно-таки темненькая. И в размывке очень, очень красивый, приятный оттеночек. Прям вот ощущение у меня от них сложилось, вот пока в размывке, довольно-таки приятные. Следующая красочка голубая ФЦ тоже, да, видите, тюбик очень такой нежно-голубой. Ну, обычно, как и в масле, в принципе, такой голубая ФЦ. Прям очень-очень похоже. Следующая это кобальт синий. Вот такой красивый синенький. Цвета очень понравились, скажу так. Вот это очень интересная красочка. Прусский синий называется. Вот у меня в масле есть такая берлинская лазурь. Он, знаете, такой, как грязноватый, что ли, чуть-чуть синий. Тоже очень классный куда-нибудь его в горы там. Ну, тоже в смесях, в замесах каких-то. Видите, такой он спокойный, благородный какой-то. А вот светлая зеленая, ну, как травяная или что-то желто-зеленое. Вот есть еще такие вот названия. Что-то такое вот похожее. Видите, в размывке она такая прям ярко-ярко для какой-нибудь, думаю, солнечной зелени. Подойдет такой оттеночек. А следующая зеленая мне напомнила окись хрома. Вот очень похожа. Тоже окись хрома, она такая спокойная, зеленая. Вот видите, он такой спокойный, спокойный. Более натуральная такая зелень. Красивый тоже цвет. Охра желтая. Видите, все выдавливаются, они прям сильно-сильно. Ну, охра, в принципе, охра, она и есть охра. Тоже очень-очень нужная красочка. Так, знаете, некоторые художники говорят, не знаете, что делать, бери охру. Когда рисуете, да, что-то не получается, берите охру. То есть охра всему голова. Дальше сиена. Это сиена, такой красно-коричневый оттеночек красочки.
Тоже вот у меня есть и в масле она, но что-то я ей как-то, не знаю, сильно не пользуюсь, если заметили, да, по моим мастер-классам в масле. Ну, может, в акварельке зайдет она. Ну, красивый, конечно, очень красивый. Вкусненькие такие оттеночки все. Умбра. Вот умбра, да, вот это любимая, наверное, моя красочка. Умбраженная, ну, такая вот более спокойная, такая коричневая. Ну, черная, она, конечно, и есть черная, что там. Ну, давайте все равно размоем и посмотрим. Вот, ну, в принципе, чего и следовало ожидать, да, просто серенький получаем. И вот есть две белые, написано белая цинковая, то есть как бы полупрозрачная. Вот я так подумала сначала, для чего она, как бы у нас же в акварели белый лист служит вместо белого. Но вы знаете, она довольно-таки укрывистая. Вот я попробовала, уголочки перекрыла на всех цветах, и она очень хорошо перекрывает цвета. То есть, что значительно облегчит работу. Какие-то поставить блечочки, либо какие-то акценты светлые сделать. Если, допустим, писать капельку росы, белый блечок поставить вот точечкой. Я думаю, поэтому вот ее и две. Вторую распечатывать не буду, потому что она такая же точно. Видите, как бы все цвета перекрывает. Как бы я сначала подумала, зачем, а вот классно, что она есть. Вот теперь интересно бы найти по отдельности, будет она такая вот белая. Ну, как бы довольно-таки неплохо. Мне понравилось. Вот поближе покажу такие вот цвета. Довольно-таки, знаете, не крупный помол, как вот есть красочку разводишь, и она прям такими крупинками так. Помол довольно-таки меленький, приятная, в принципе. Масло у них тоже, красочка классная. Вот акварелька. Ну, попробуем еще нарисовать. В выкраске вроде бы как бы так неплохо. Ну, будем что-то пробовать. Так что вот так, друзья, такой вот обзорчик получился. Ждите видео с акварелькой. До скорой встречи. Пока-пока.